Достаток у Ильдара – это то, что он просыпает, и когда уже надо нам сидеть в машине, он еще только выходит из душа. Происходит так. Я захожу к нему в комнату, злая, злая. Он стоит в полотенечке, в трусах. Ой. Твой минус есть, знаешь, какой? То, что ты вот ржешь, когда не надо, блин. Это называется нервный смешок. У меня тоже такой был, когда мне поездка в армию пришла. Это точно. На этой неделе мы вытянули джаз. Боже мой, наконец-то мы хоть будем приближены к родному стилю. Привет, привет. Вы любите убирать на кухне? Да. Сегодня у нас танец будет о том, что происходит, когда на кухне не убрано. Когда на кухне остаются крошки и все остальное. Мы сегодня будем... Борщиками? Совершенно нет. Мы сегодня будем тараканами. Вообще, тараканы – это большие авантюристы. Чего только стоит пробраться ночью на кухню, добыть себе еды. Каждый раз ты выходишь как на минное поле, практически на поле сражения. И самое главное – не терять бдительность. Слушайте, постановка – это судьба, серьезно. Когда мне было 4 года, мое первое написанное слово было «таракны». Я написал это слово мелком от тараканов. Но у тебя же не было таракана? Да. В нашей истории также найдется небольшая лирическая страничка. Люди боятся размножения тараканов у себя дома, а мы не будем размножаться в этом эфире. Я с ним не танцую. Танцуй все. Самым обаятельным таракашкам в мире. Зал кричит: молодцы!
Никогда бы не подумал, что ваши герои могут вызвать во мне столько позитива. Вы знаете, вы единственные таракашки в мире, которым я готов отдать свой дом на растерзание, честно. Вот и тапком бы никогда на вас не замахнулся. Тем более у меня нет тапок. Також привітайте постановників цього неординарного, несамовитого джазу Сергій Змійок і Катерина Бухтіярова. Ребята, вы так весело рассказывали о недостатках друг друга. Я хотел спросить у Ильдара. Расскажи о достоинствах Ани, а то она у нас такая скромница. Ну, во-первых, она дуже гарна. Він почав спілкуватися українською мовою. Начал чуть-чуть понимать. Вот. Красивая. Добрая очень. Понимающая, техничная. Шикарно танцует. И еще великолепно смеется. Заряжает прямо всех эмоциями. Это вот. Круто. Но честно вам скажу, вы нас сейчас тоже зарядили эмоциями, правда? Костя, як тобі такі бошкетливі створіння? Ну, вы знаете, я так представил себе, был бы у меня тараканий цирк. Вот. Вы о таком думаете, Константин? Ну, продолжайте. Судя по тому, что было, вот вдруг представился тараканий цирк. А почему бы нет? Ну, действительно. Есть же блошиные, да? Рынки. Я не ходил. Рынки. А, рынок есть. Блошиный цирк. А есть тараканий цирк. Так вот, ребята, вот был бы у меня тараканий цирк, у Карабаса-Барабас, вы бы были бы у меня солистами. Это действительно так. Спасибо большое. Хотя, вот, смотря на вас, вот, ваши образы, я вот больше поверил Ильдару. Вот такой тараканище, вот еще тот. Анечка, хотелось вот больше какой-то обезбашенности. Вот, знаешь, хотелось просто поиграться вот в эту роль. Потому что, ну, мне кажется, немножко серьезно отнеслась к этому. У нас, кстати, в зале есть кот. Есть. Настоящий кот. И он вам тоже аплодировал. Тараканом таким. Технически было все сильно. И хореографию вы тоже продемонстрировали хорошую. То, что хореограф вам дал такие образы, это прекрасно. Спасибо. Спасибо вам, Константин. Ребят, осталось немножко потерпеть, когда у Кости появится тараканий цирк. Все рванем к нему. Ты Раду, признайтесь, пожалуйста, полюбили вы так таракашек после этого танца, как я, и готовы ли вы отныне делиться с ними своим ужином? Ну, я-то готов, а, Дмитрий, на вашем месте бы я отдавал бы весь ужин, и притом очень давно, этим таракашкам. Раз вы претендуете на звание лучшего танцовщика всех сезонов «Танцуют все», в моем таракане. Раду, я не знаю, говорили ли вам, но у меня прыжок 6 метров с места. Вглубь? Могу и вглубь. Лиля, держи меня. Держи меня. Ребят, раз у нас такой гастрономический номер, да, то я буду тоже апеллировать гастрономическими терминами. Во-первых, возможно, в чем-то мое мнение совпадет с Костя, ну это было так очевидно на самом деле, ребят. Такой образ получился у Ильдара вкусный, со специями, такой остренький весь, такой тараканчик чили. Тараканчик со специями? Я сейчас правильно вас понимаю? Да, да, вы просто никогда не были в Таиланде, Дмитрий, да. Там это едят, да. Вот. Анечка, ты такая отличница от хореографии, такая вся правильная, серьезная, безумно. А пресно было. Пресно, не хватило соли, перца, лаврового листка, лаврового венка, да всего. Да? Просто, если тебе предлагается такая задача, спусти себя с поводов. Вот просто дурачься. И при этом танцуй текст так же точно, как ты делала это сейчас. Если будут эти две составляющие, будет абсолютно правильное попадание. Да, я Костя? Да, большое. Я согласен. Ребята, а в целом, интересно, безумно, мне захотелось доесть тот кусок пиццы, который вы там куда-то кинули. Мы с удовольствием вам подарим этот кусочек пиццы. Костя, ты хотел что-то добавить? Да, мы просто постоянно удивляемся судьями, вот как Ильдар в таком при маленьком росте постоянно, вот как пушинку Аню поднимает. Это вот... А потому что Аня пушинка, что не понимаешь? А мы сейчас узнаем. Ильдар, вот как ты думаешь, вот как у тебя так получается? Ты вообще представляешь, что ты делаешь вообще на сцене? Это партнерша в основном. Она сама прыгает. От меня зависит только подержать, а там она сама красивая такая висит. Ребята, а он ведь еще и скромный. Скромный таракашка. Редко вообще такого встретишь, скажу тебе откровенно. Дякую нашим суддям. Якщо цій драйвовій парусі вдалося очарувати і вас, пригостіть їх своєю любов'ю. Ніщо не зможе порадувати їх більше, ніж відчуття вашої підтримки і вашої голосів. Голосуйте за Ільдара і Аню за номером 0.